завтрак в отеле Deluxe. Как всегда, блинчики с медом, кофе, орешки, сыр с маслом. В Чубке традиционно вафли с шоколадом и сок яблочный. Угу. Губы, как всегда, с утра в шоколаде. Вот такое сегодня утро. Тучки находят, но тепло. Это детский, совсем для малышей бассейн. Совсем окупаются какие-то взрослые. А вот то бассейн для детей и взрослых. Для взрослых с детьми. Там сегодня была акваэробика. Очень круто. Мне понравилось. Так, дневной кофеек после отдыха перед морем. В Чубке, как всегда, мороженое. И куча всяких спрайтов выпил перед этим, всяких кол, чего только не пил. А спрайты только и достает, открывает из холодильника. Только и щепки летят от фанты. А у меня кофеек. Без пирожного. Так, это у нас барчик. Сейчас в лобби посидим, на улице еще жарко. И на море. Вот такие кресла. Все очень удобно. Там ресепшн. Все очень достойно. Так, пришли с рынка, нам убрали номер, поменяли постели, белоснежные, просто вообще качество, просто отличное, подушечки, одеялки вот так сворачивают, теплые, потому что в номере прохладно. Степка побежал на балкончик пить фанту. Только фанты выпил.
просто неимоверно. Просто ужас. Просто ужас. А вид у нас из номера на миллион. Просто шикарный. Сейчас я еще приближу вот так. Ой, вид из номера шикарный.